США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии. Многие страны сгруппировали по двум категориям, вызывающие особую обеспокоенность и особое наблюдение. Азербайджан ни в одну из этих категорий не был включен, так как в стране наблюдается межрелигиозная толерантность. Азербайджан на протяжении многих веков славится как край, где сформировалась атмосфера национально-культурного многообразия. Представители различных национальностей и конфессий проживают в атмосфере мира и благополучия. Мультикультурализм и толерантность исторически присущи образу жизни азербайджанцев.